Так, а что такое? It be dead. А чем ты недоволен? Что такое? Не нравятся интерактивные сериалы? Сами же призываете меня смотреть мультики на стримах. И я не то чтобы против, но просто как-то что-то в последнее время не успеваю, и мне кажется, что это идеальное вот совмещение. Смотрим исторический интерактивный сериал по известному роману. Что может быть лучше? Кен Фоллетт, «Столпы земли», «Сея ветер». Книга вторая, главы с 8 по 14. Там на этапе вышел подкаст просто. А? Витя, по-братски, давай в кресты, а то меня скоро увезут уже в долги дали. Да и, как я слышал, в тюрьмах, особенно если пассажир известный, можно смотреть, читать, писать, и мне кажется, в скором времени и стримить. Ну, за отдельные, я так понимаю, донаты, сервисные услуги. Но, в общем, современные тюрьмы, мне кажется, изменились. Такая красивая игра и такое ядреное главное меню. А, так, погодите. Так, погодите, давайте вспомним, на чем там закончилось. Значит, наш король, претендент Стефан, которому, кстати, служит Хэмли, один из главных антагонистов этого романа. Король Стефан потерпел сокрушительное поражение от Роберта. Наш монах, насколько я помню, потерял веру в результате этих событий. Тут вся трилогия или только первая книга? Вся трилогия. А, кстати, AB Dead, отключи медленный режим. Я не думаю, что он пригодится уже. This book feels different now. Монах увидел сатану, но в том-то и дело, что он увидел не сатану, он в итоге увидел обычного человека, который предвиделось ему, что это сатана, а потом он понял, что это нифига не какие-то мистические силы потусторонние. Это человек грабит и убивает там кого-то там в храме. То есть он понял, что это не дьявол спустился, это люди убивают людей. Из-за этого откровения немножко помутилось сознание. Но подождите, мы продолжаем строить храм. Обычный человек такие чьи-то кишки жрал вроде как. Я, честно говоря, это не помню, но я помню, что там он творил какое-то непотребство. Вот. Ну, это сильное произвело впечатление на нашего монаха. Так, а разве эта сцена у нас не закончилась, нет? What is there to look at, monk? Why do you do all this? Because I want to. No god, bloodline or fate made me king. I took the throne. I chose to rule and I chose to fight. And I'm not done yet. Is it worth all these lives? To best Maud? By god, yes. It's a game that I intend to win. What about Ranulf's men? Probably glad to be out of the castle after all that time. Probably looking for women and getting drunk. Вторая книга происходит 150 лет спустя. Что? He never was a man of God. Now I think I know why. Никто никого не сжирал, там солдат мародерил. Да, мне тоже показалось, что там происходило просто обычное непотребство после взятия замка. Richard, don't draw attention to yourself. Not when they have you in a cage. Not if you're the king. Why am I in here? You are with us, are you not? I prayed for your defeat.
I don't hold it against you. And it seems you have God on your side. God is not responsible for this madness. Man is. You were right about William Hamley. How so? Mm-hmm. The moment the battle took a turn for the worse, he and his men switched sides. The Earl of Shiring is fighting for Maud now, and for Robert. William Hamley is only fighting for himself and for Bishop Waileron. He's over there. Thank you. А, ну это все было в прошлый раз. Почему-то игра сохраняется странным образом. You came with your master, Earl Robert, did you not? Yes. When I heard from Bishop Henry that you were in Lincoln, I started looking. He thought you were dead. Not yet. It is good to see you, brother. Henry said you came because you need a market license. Yes. I think I know someone who can help. I'll have you released, and then we will go to Winchester. Just be patient for a moment. А, у нас еще встреча с королевой Мод. What about you? И получение лицензии. My lords will make their moves. The game is not yet over. If you want peace, if you want to save the lives of the innocent, you have to give up. Never. That's the only thing I'm not good at. Then there really is no hope. So this is your brother. Причем игра сохранила мои выборы ответов. Обратите внимание, здесь нету даже, ну вот, даже подобия на выбор диалога, потому что я это уже проходил. И сейчас я реально смотрю краткое содержание, ну не то чтобы краткое содержание, а такое, конец предыдущей серии. The same market rights as Shiring. The same rights? The same. Thank you, my queen. Thank you. The bloodline is restored. Not long, and my son will take his rightful place here on the throne. All will be as it was. I will be a just king, as Grandfather Henry was. Peace will be restored in England. Просто сидим, смотрим. Do you have anything else you wish to tell us, Prior? А, нет, 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 нет. No. Nothing. Thank you, my queen. Да. Итак, мы получили бумаги. Отлично. После всех кошмаров, которые вам довелось увидеть, вы потеряли веру. Это фэнтези? Нет. In the last two days of the Fleece Fair, we have collected more money than we did during the last three markets combined. Is the Earl of Shiring not opposed to us doing a fleece fair of our own? The law protects us. And our lord. He is. Our time of trepidation is finally over. It'll never be over. What did you say, Philip? Nothing. The music is too loud. Our prior is right. The display out there is not appropriate for our monastery. The fair will be over soon. And by then, Kingsbridge will be self-sufficient. Устроили ярмарку из храма. А, мы сейчас управляем Томом-строителем. Окей. Ну, давай сразу с отцом Филиппом решим вопросики. Филипп? А, ты снова. Веру потеряли, остались надежда, любовь и рынок.
Да. Но главное — это рыночек, как видите. Зато можем обеспечивать самостоятельное строительство храма, и нам не надо зависеть ни от каких высших лиц. Как в Сочи отдохнул? Ну, я не совсем был в Сочи, я был в Красной Поляне. Я не уверен. Jack can already read and write, and there is much more we can teach him here. А Джек — это рыжий парнишка, да? She may never agree to marry me because of this. She believes I'm favoring Alfred. But Alfred is the master craftsman. I taught him since he was six. Jack is only an apprentice, and the two can't go on like this. Это я подзагорел. No, they cannot. He wouldn't work on the cathedral, but he could stay in Kingsbridge. He could. I have no choice. I want the best for my children. For all of them. Of course. Let us talk to Jack then. Yes. Так, они хотят сделать Джека монахом. А Джек сейчас у нас, я так понимаю, в активных отношениях. Поговорите с Джеком. О, сейчас пойдем обрадуем. Че, с Ремигием поговорить нельзя? Том, ты всегда был вредным хером. Филипп. Something is ailing you, isn't it? Philip, you told me and Cuthbert once that if you became prior, you would want to fight the priory's debt. Remember? It was the day little Jonathan came to us. Yes, I remember. He was so little. You achieved what you set out to do, and so much more. If only Cuthbert was still here with us to see this. Milius. We have not had time to talk since I returned. There was time. Где дочь Тома? Да, мы ее давно не видели. Why? For once, all is well. It started even before I left my brother in Winchester, but he's still in the middle of all the chaos out there. Джек этот, который делал все, чтобы не работать, да. Слушайте, у Джека сейчас отношения с принцессой. Вы просто... У молодого человека, который вырос в лесу. Понимаете вообще, вот как ему подфартило? Yes, of course. We will. Are you not coming, Remigius? I have pressing matters to attend to, my prior. All right. And what kind of surprise is it? Well, I think you'll be amazed, both of you. Ooh, now I'm curious. А вот и дочь. I should be done this afternoon. Come on, Jonathan. Let's have a look at the bear. Yes, please. Have fun, boys. Any idea what he's up to? I have no idea. Father, Jack took tools from the site. I don't know what he did with them, but I know he took them. Well, you two have a chance to quarrel. Альфред, давненько не видели тебя, мудачка. He's not the only one to blame in this. У нас будет дуэль, как в Хелиш Кварте, между Джеком и Альфредом. Так. Мы за Тома, да? Поговорите с Джеком. Martha, have you seen Jack? He went with Jonathan to see the bear fight. Медвежьи бои? That's dangerous. What is he thinking? Медвежьи бои? Я не допущу, чтобы с Джонатаном что-то случилось, я в ответе за него.
ну еще бы. Только Джонатан не знает, что ты истинный отец. Потому что ты бросил его в лесу. Блин, вот это жиза, да? Вот у всех, на самом деле, вроде все хорошо. Том спас семью. Они получили кров над головой, еду. Том получил работу по призванию. Он строит храм, то, чего он хотел. Но из-за той скверной истории с женой, и здесь по храму, по деревне бегает его ребенок, его сын, которому он не может сказать, что это его сын. И он видит это каждый день. И вот казалось бы, ну вроде, да и сын-то выжил, и вроде пристроен, и все хорошо. Но я уверен, что вот он все равно с тяжелым сердцем. Монах наш Филипп поднял монастырь из руин, но потерял веру. И каждый день встает... Смотрит за окно, где работа скорится, спорится, все произошло в движении, все благодаря ему. Но он встает с утра и такой: смысл жизни утерян. Вот вроде бы все хорошо, да что-то нехорошо. Ладно, пойдемте смотреть на медвежьи бои. Только беззаботному Джеку прекрасно живется, по-моему. Ситуацию, которую создал Витя, я вас умоляю. It's in their nature. The beast that is more clever and stronger wins. А это еще бой между медведем и собакой? There is no winning. Jonathan, come here. You shouldn't have brought him here. It's dangerous. I'm always doing something wrong, no matter what I do. If Alfred had brought him here, I bet there wouldn't have been a problem. There would have. Maybe it's better if you and Jonathan go. Come on. Jack. What? I know how you feel. Oh, really? The world is unjust. We are like these poor animals, forced to... Да, Филиппа накрыло. It is a game that they force us to play. Who? Tom? No. The kings, the empresses, even the bishop, Tom, and all of us are made to live in an unjust world in which we are forced to make unjust decisions. Again. And again, and we don't even know we are playing their game. You have every right to be angry. We live in a society, да? But there is a way. Ну, собака какая-то. Yourself from that cage. Perhaps not. Она как-то мелковатая. Мне кажется, она не способна победить медведя в принципе. I want you to become a monk. Ого. Wait! Don't go wandering off on your own. Ее просто отдали на съедение. Просто отдали на съедение, ребят. Средневековье во всей красе. Так, найдите Джонатана. Мы его не нашли. Я знаю, где он. Have you two seen my son? Ellen, he went over to see the bear fight. Aliena, I have come to. To what? What's wrong with your brother? I've no idea. Aliena. I have come to ask for your hand oh. in marriage.
Are you mad, Alfred Builder? What? Why would you think that I... Did you hear that? What was that? Alfred and Jack do. Come on. We'll go together. You and me. Том, ты же хотел сделать так, чтобы с Джонатаном ничего не случилось. И ты... So, this is it, then. Who's that man? Ого. I am the Earl of Shiring, boy. Stay with me, Jonathan. Now, while my men inspect your market, tell me. Шеги, да, пришел. Where is your saint? The crypt. Speak up! Tom! The crypt! Oh, you are Tom Builder. Two birds with one stone. Jonathan! Вы серьезно? Шериф? Что началось-то? Это прошло типа дохера лет? Что, деревья выросли? Или что? Или ему кажется? Это могила жены. А, это мука. Могила жены же в лесу, да. Я просто такой подумал, погодите, сто... Все, ну, забросили строительство, уничтожили деревню, и он вернулся сюда, там, через 50 лет. Там уже пророс пол. Да, да, это... Он, видимо, без сознания лежит. I'm sorry, my love. I am so sorry. All is well, my husband. Rest now. Rest. Мужик просто хотел найти работу строителем. This is the end. Все. А, все, ГГ. They were burning by God. They were on fire. Where are the others? They're going to kill them! Aliena! Milius locked the door. Ох уж эти богобоязненные христианские монархи, а? Да, да. Быть меценатом и возводить церкви на своей земле — это одно. И поклоняться там мощам святых, и покровительством каким-то церквям. Но, стоит какому-нибудь христианскому феодалу заехать на чужую христианскую территорию,
то вот они вели себя примерно так же, хотя, в принципе, шериф это творит на своей земле. Но пограбить христианским феодалам, пограбить христианскую же церковь, в принципе, было не зазорно. Так, я за Филиппа играю. Milius locked it. Milius! I think I can hear him out there. Return our saint, or you will go to hell. No, you go. No! Hallowed be thy name. William Hamley. Ah! Шериф, строго говоря, нарушает волю нового монарха, который присягнул. Да, да, вообще-то нам дали разрешение на все. Ублюдок. What did we do wrong? Nothing. Then why is the Lord punishing us? We are doomed. Stay here. You will be safe. Ever since that lightning struck, Kingsbridge has been cursed. We are doomed. Ever since I've come here, Kingsbridge has been doomed. As we have to give our letters. And lead us not into temptation. Deliver us from evil. Have you seen Jonathan? Amen. Oh, if he was out there, then there's no hope for him. As long as I'm prior, no one here will give up on the child. Do you hear? Thy kingdom come. Jonathan is not here. I need to go out and look for him. No! If you leave, they'll know we're in here. And forgive us our debts. Damn it! Don't go out there. May God have mercy on us. Brother Andrew, I implore you. Ясно. Pray for them. It's all we can do. This isn't happening. Какая разница между шерифом и графом? Ну, шериф — это должность, а граф — это титул. We're safe in here. Hallowed be thy name. Ну нет. Ладно. Ладно, я понял. Такой заново, с первой главы. No, over here. They're out here. Thy kingdom come. Milius locked it. Milius! I think I can return our saint, or you will go to hell. No, you go. No, I won't make it. William Hamley. Aliena is still out there. So is Jonathan. Aliena, forgive us our debts. We will die. As we have forgiven our debtors. Come on. And lead us not into temptation. It was the Earl. Earl. I saw him. Why did this happen? What did you do? Our father. What? In heaven. The Earl wouldn't do this without a reason. Hallowed be thy name. So what did you do? Victim blading. Have you seen Jonathan? Oh, if he was out there, then there's no hope for him. As long as I'm prior, no one here will give up on the child. Do you hear? Да, добрый вечер. Отваливаются ли ноги? Да, конечно. Конечно. Еще там отвалились, если честно. Так, Эндрю. Выпусти. Jonathan is not here. I need to go out and look for him. No! If you leave, they'll know we're in here. Art in heaven. Oh, God.
Окей, здесь вы не пройдете. You're right. This isn't happening. But it's locked. And lead us back to temptation. Так, давайте успокоимся для начала. Jack! Джек-строитель. Ага. Разрушитель. Чё началось? Нормально же строили. Вот именно. Блин, такое безмятежное утро было у Джека и Элены. Вот на этой самой мельнице. Brother Marcus, by God, no! Просто. I won't leave him. Oh, no. Короче, надо бежать отсюда и доложить королеве Мод и Роберту, что за дичь происходит в его землях. Words from the scripture will calm her. Look at her husband. Look at her. Your words won't do any good. I won't allow you to poison her, woman. This herb will help her. It works. I will not let you use your devil's work on her. What's going on here? Look at that poor woman. Her husband has died in her arms. Your subprior refuses to let me help her. Her herbage is the devil's work. We must get her away from here. William and his men will ride this way. I know it. You are right. We must make haste. Philip, I told you this woman is a witch. You're a fool. This is Henbane. Henbane? The devil's eye! So you admit that you are trying to poison this woman? Oh, does the evil eye of the flower intimidate you, you old goat? Ой, ну вы нашли время. Prior Philip, take this. It will calm her nerves if she chews on it. Как трава поможет, вот так. Это успокоительное. Prior James was right about you. Prior James? You have no idea what kind of man Prior James was. You are a fool. Are you sure this won't harm her? Yes, I am. No! We grow herbs too, Remigius. Только мне кажется, в чистом виде Белената подействует как-нибудь. Или не скоро, или не так, не знаю. Мне кажется, нужен какой-то отвар из белины или что-то такое. It's working. I told you. Maybe I was wrong about you, Philip. How could you do that? Oh, piss on you. They're coming. We need to move now. Как в Resident Evil зеленую травку пожевал. Мощная. Be quiet, please. Look at him. He did quite well. He got pretty far. There was someone here with him. He was right. They might be close by. We should make haste. We got what we came for.
Not yet. Walter, why do I get the feeling you're upset? We didn't have to do this. We came for the Saint. They deserved it. Like this ugly bastard. Kingsbridge defied us for the last time. That monk, the bitch, and the bastard she's fucking. Come on, move! After him! But William said... I said move! Е, проща сработала. А можно было принцу в голову? My little cub, are you all right? Did you see Aliena? She was in the market. I heard William calling out her name. Jack, come. We must find her and Jonathan. Так он наверняка целился в голову. Спасибо, Аленкар. Не, квест прям хороший. Как надо. Dear God. No. Aliena. Aliena! Jonathan! He took everything from me again. Aliena! No matter what you do, no matter where you go, I will find you. Every time you think you are safe, every time you play house, I will find you. And I will crush you. Now, kill them all and make her watch. Обалдеть. Вот это хейтер. I swear by Almighty God and Jesus Christ. Вот это, ребята, завести себе хейтера. Can't you hear me? Jack! It's all gone. I can't support Richard like this. What am I going to do now? Сталкер и крипер. Инцел. Ну, короче, явно нездоровый человек. Tom. Oh, God. Tom. No. Tom, все. Слушайте, если они после этого продолжат строить храм, я даже не знаю. Ну... Просто пепелище. Просто пепелище. Will the cathedral still be built? Нет, Алиена, Алиена в свое время отвергла Хэмли, ну и его, собственно, затаил. А кто продолжит-то? Да и денег нет, ресурсов нет, разрешения нет, Хэмли где-то рядом скачет. Yes. Can we stay in Kingsbridge? Or must we move on? Too many people have died. Many were injured. Among the dead is Tom Builder. He died protecting our little Jonathan. Ну, Джеку, кстати, никто не доверит строить. Я думаю, что он продолжит строить Альфред. Альфред, Альфред даже носит звание строителя.
Three of our brothers have perished. Давно ли на столбы перешли? Ну, мне кажется, сколько? Полчаса. And brother Milius. Это фамилия? Ну, в принципе, это фамилия. Потом это превратилось все в фамилии, конечно. У нас же тоже огромное количество фамилий, которые произрастают из профессии, потому что профессию, ну, не было понятия там школы, там, да, и какого-то профессионального училища. Поэтому профессии хранили прям в семье. Поэтому фамилии у нас сохранились отголоски. Фамилии Кузнецов, например. Джек все-таки похоронил папа. Да. Will the Earl of Shireen be judged for what he did? He must be! Yes, he must! What about the saint? Where is the saint? Золотухин, да. Adolphus will protect us. It would be better if you answer their questions. Please tell us what to do. Внушить уверенность, я правда не знаю как. Какая может быть уверенность? Откуда? Откуда в такие моменты взяться уверенности? Но и при этом надо ее внушить другим. Том Билдер's son, Alfred, will take over the position of Master Builder. Though it will take longer. For we will not hold a market again. Битва за свободный рынок. Я понял, о чем роман. Джек. As was Tom's wish. Why were we attacked? Was that really the Earl of Shireen? And the saint? Yes! Yes, what about the saint? He will answer your questions. All of them. Is he not well? He looks pale. The rumors you have heard are true. The remains of Saint Adolphus were stolen from this crypt. We are doomed. The saint's gone. Who took him? Was it the Earl of Shireen? Why would he do that? Milius died to protect the saint. I saw it. Please tell us. Tell us what will happen with us. This with attack. Kingsbridge. Shall I continue for you, my brother? No. This attack was a great tragedy. I cannot think of why anyone would do that to us. It is impossible to grasp how these men could just... You went against the Earl of Shireen! He said you defied him! Philip was in the right. We had a market license. Our prior was in the right, but we all knew what kind of man William Hamley is. Defiance will only lead to more grief. I... Убить более десятка человек за чьи-то кости, ну, во-первых, не чьи-то, а во-вторых, это очень мощный артефакт. Который может принести популярность, например, другому храму. Потому что чем круче мощи, тем больше паломников. А чем больше паломников, тем больше влияния. Донатов больше.
наконец внушить уверенность. Получилось не с первого раза, но я его понимаю. I cannot give you confidence. The stories of how God tested the faith of his followers. I see now how true they are. I think you do as well. I am asking myself, where is God? Why did he not prevent all this? I do not know. Да, тяжело Филиппу. One day, God said to Satan, "Look at my man Job. There's a good man if ever I saw one." So Satan said, "You've given him everything. That's why he's a good man." But God said, "Even if he were to lose everything he has, his faith in me would not falter, and I will prove it to you." You will burn in hell for this. What? I defeated your greatest enemy. It was a holy mission. It's not up to you to decide that. Even your father would not have been that foolish. I am not my father. They saw you. They know that the Earl of Shiring is a murderer. What if my allies in Kingsbridge were hurt? What then? Absolve my sins. Only if you announce your loyalty to King Stephen. No! Stephen lost. He is weak. Bishop Henry will not approve of me giving absolution to a supporter of Empress Maud. Are you a man of the church or not? I am. Then do as you are told. And never defy me again. Is that understood? Yes, my bishop. Вот это переобувочка. То есть Хэмли предал Стефана, а сейчас предаст королеву Мод. Вообще персонаж, конечно. И, кстати, обратите внимание, какое у него потребительское отношение к религии. Он такой: да вы же отпустите мне грехи. Помните, я вам говорил, что у него, в принципе, положение очень привилегированное, потому что он только что вернулся из крестового похода, где он просто получает индульгенцию в принципе за все. То есть все, что он творил раньше, он уже типа отмолил, но при этом у него есть уже заслуга, так сказать, грудь в орденах. И поэтому он действительно может позволять себе очень многие вещи и привык. Кстати, смотрите, как мы к Crusader Kings подбираемся так постепенно. И привык относиться к этому потребительски. Ну, всегда можно отмолить, откупить, и это же тебе прямым текстом говорят. Если ты отправляешься в крестовый поход, то ты получаешь автоматически получаешь индульгенцию. Получаешь золотой билет. Вот, в бизнес-класс, который отправляет тебя прямиком на небо. Вот, и поэтому он и спрашивает сейчас епископа, а что такое-то? Ну, ты вот это сделаешь, и все нормально. Я кровь проливал за гроб Господен. Что ты сейчас начинаешь, епископ? Вот что ты сейчас начинаешь? Вот, но епископ, как видите, мудрый и явно не одну собаку съел на политике и прочем, и знает, как говорить с этим заносчивым рыцарством, и в итоге склоняет нашего буйного на свою сторону. Хотя я тоже был уверен, что наш буйный настолько дурак, что сейчас может и меч достать, и епископа порешать. Но все-таки нет, епископ он боится. И, кстати, самое забавное, что вы же помните этот момент. В одном из эпизодов Филипп смог справиться с Хэмли, описав ему картины ада. То есть Уильям Хэмли, вот этот человек, который сейчас разграбил монастырь, убил кучу людей, христиан, богобоязненный, верный слуга церкви. Он, Хэмли,
не какой-то сошедший с ума атеист. Таких тогда не было. Он просто по-своему принимает и понимает, и толкует Святое Писание. Читать он, возможно, кстати, не умеет, и поэтому просто слушает святых отцов и по-своему все это дело трактует. И он при этом богобоязненный человек. Вы никак не могли решить, стать ли Джеку новицием, но я и не хотел. Уильям Хэмли убил Тома, потому что узнал, что Тимоти потерпел неудачу. Вы успокоили Мэри травмами Лен вместо молитв. Милли, брат Марк и многие другие погибли при нападении на Кингсбридж. Ну, так вот, не надо сейчас говорить, что это моя вина. Он прошел через зад в крестовом походе, может, ёбнулся. Не, он всегда таким был. Он всегда таким был. Смотрел сериал по столпам? Нет. Нет. Теперь хочу. Может, как-нибудь на стриме. Закрепим. Так. Это Алиена. Поговорите с Джеком. Знать бы, где он. I won't run away. He deserves to know. У Алиены есть кинжал. Не забываем, которым она очень активно пользуется. One day we'll tell everyone everything about us, Ali. All of them. Что-то всех накрывает потихоньку, но надо понимать. Хорошо, что мы никому не сказали. Может быть, мы должны были всем сказать. Так, ну от от такого рода тихушничества, как мы видим, ничего хорошего не бывает. While we still could, maybe there would have been ways to make it last. Jack. Oh, what is he doing in there? Кинжал. No. Джек там. И что? Jack. Даже Хэмли знает, что они вместе. Oh, Jack. At least I still have my hair. Смотрите, как мельница работает. На заднем плане. Anywhere we want. What is this? I told you I had a surprise for you. Remember? This is it. What is it? It's a first version of a fulling mill. Is fulling the cloth all by itself using the motion of the water wheel? Yes. What do you think? You will be able to sell even more cloth, not just wool, like you wanted to. О, инновации. It
It's a brilliant invention. It's what I always wanted. Then why do you look so sad? Because there will not be another market. No, not in Kingsbridge. We will go someplace else then, where he won't find us. He will find me, wherever I go. You can't just give up. I'm not giving up. And I'm not running away. And because I'm not running away... Добрый вечер, Молли Дик. Рыночек порешали. Да так, что половину персонажей отправили на тот свет. Ого. Ого. Вот это варианты для смс-ок. Итак, какую смс-ку отправлять при расставании? Ладно, давайте вот эту. I wish things were different. What things? А, все варианты пойдут в бой. Я выхожу замуж, чтобы поддержать Ричарда. А за кого замуж? За Хэмли? Дело не в тебе, да. А какие у нас были предпосылки для этого? I'm getting married to support Richard. Там кто-то к ней подкатывал? To whom? Альфред? It's not important. Альфред подкатывал. William will Альфред. Anything that I build up. This is the only choice I have. My husband will pay for Richard's expenses. Почему Альфред? Only way my brother can protect our people. Откуда у него деньги? У него что, работа есть? Ну, видимо, продолжит делать храм, а он главный строитель. Видимо, поэтому. Но она, мне кажется, могла бы себе найти пассию-то поинтереснее, чем просто прораб на стройке. Так, рассказать о своих истинных чувствах, скрыть чувства, чтобы бесповоротно расстаться. Ну, это какой-то прям... дейтинг-симулятор, я не знаю. Ну, наверное... Он мастер-строитель. В следующий раз Хэмли убьет Альфреда. О! Это хороший план. Кстати, Альфред вообще сейчас совершает ошибку, которая будет стоить ему жизни. Мне даже Альфреда стало жалко, хоть он и мудак, но мне его сейчас стало жалко. Вы представляете, что с ним сделают? Ладно, давайте. Если уж расстаемся, то до конца. This is not about what I want. William Hamley did not kill all those people because the bishop told him to. Ну зачем по парню сердце-то разбивать? Зачем мельница эта деревяха? Она вялит или валяет шерсть. No, you are not. You were once. What do you want me to do? Прототип, да. Run away and live in a forest? Just you and me? Нет, но она правильные вещи говорит. Yes. What's wrong with that? Да ничего плохого в том, чтобы жить вдвоем в шалаше. Да, добивай его. Do you think I want this? Did you not see what happened here in Kingsbridge? You know I did.
But you hid for days while we buried the dead. What for? To build a machine we can't use? Just doing what you feel like is not the most responsible choice. Who do I owe being responsible? We owe Kingsbridge, Jack. And I owe my family and my people. And what about me? You became a bloody monk. It's the only way they would let me stay. Кстати, да, он вообще стал монахом. I know. О чем он говорит? Сейчас Джек с горя второй собор спалит. Да, у Джека тоже грешок на душе, конечно. Серьезный. Let me fight the only way I can. Кстати, Алиена так спокойно говорит о своем брате, которого нужно поддерживать. А он жив вообще? Последний раз, я так понимаю, что он участвовал в вот этой заварухе под стенами, где короля Стефана вообще-то в плен взяли. А, и Ричарда. И Ричарда взяли в плен. Это не важно. Нет, давайте... Нет, вот если сейчас сказать за Альфреда, он, мне кажется, под эту молотилку голову подставит. It's not important. Please. Don't you think I deserve to know? А, он присылал письмо, где просил купить ему коня. Ну нет. Ну не надо это сейчас говорить. Не сейчас. Ну, слава богу, она это понимает. He has steady income from the houses he builds in Shiring and Winchester. And he is a master builder now. What? Слушайте, ну вокруг Алиены прям страсти творятся. Три мужика. Dear Francis, once you asked me if I often think of our parents. Застройщик федеральный. I do not. I taught myself not to. I did not dare to think of them for a long time. But now, the thought of them has found its way into my dreams. Of the day they were killed. And of how Abbot Peter took us in. Peter raised us and taught us about God. We grew up in the safety of the monastery. Филипп, конечно, железный человек. Only now have I begun to understand that outside the priory, the killing continued every single day. Выразить сомнение, что Бог существует? Письменно? Чтобы потом вот с этим вот кто-то бегал и вздернул? Ну нет, такие вещи нельзя писать в Средневековье. Вы чего? Это будет теоретический трактат, потом расплавленное железо в глотку зальют. Нет, спалят это еще хорошо. А так, там, может быть, и похуже, что придумают. Давайте пока... Филипп не заслуживает этого. That if God was just, he would not allow all the pain and bloodshed. A few days ago, William Hamley and his men attacked us. Many died by their hand. Milius is dead. First, I believed I had brought the devil to Kingsbridge, for I thought I had seen him. Lincoln. The last few nights, I did not sleep. I was afraid
that in my dreams I might flee from his grasp in blind terror toward the river and drown like Prior James did. But I know this is not the work of the devil, but of man. But why does God not put an end to it? Что-то для 12 века он какие-то посты пишет в социальные сети, а не трактаты философские, а-ля Эразм Роттердамский. То, чему учил нас аббат Петр, было неправильно. То, чему учил нас аббат Петр, было правильным. Так. Не предаем корпорацию. Остаемся в рамках. Away from want, away from the world that turns man against man. I know I blamed you for what happened after we got involved with Bishop Waylerin. I do not anymore. But I blame our church and men like Waylerin, because they involve themselves in the bloodshed. As Peter taught us, I will go into seclusion. The answers I seek are not out there. Опять всех под монастырь подводят. Нормально, ускорим процесс отсоединения от папы. Ну да, мы готовимся. Семинар реформации. No, this is not what we do. Get off me, you freak. No! О, господи. Take him away. Lock him up. Сколько драмы, а? Вообще жесть. Ну все, Джек, конечно, обрек себя. Но проща осталось. Найдите способ выбраться. Ну так ты встань сначала. It's all useless. Он даже не встает. Ему просто насрать на все. No. Ну, я не знаю, что. It's all useless. Ничего не выйдет. Старый классический квестовый при. А, нужно было просто подождать. Еще одна аллегория. Нам показали все персонажи как мотыльки. Кто-то в паутине, кто-то обжегся огоньком. А Джек тонет. И так два года вот в такой келье, а всю жизнь не хочешь? Всю гребаную оставшуюся жизнь. Ну, оставшаяся жизнь такой келье, я думаю, лет пять. Мама говорит, что один из камней пола, его можно, это можно выяснить. I can't just lift it up. No, I just want to get out. Я хотел ее разбить, Есть ли у меня написанные книги или произведения? Нет. Ну, если не считать статей и обзоров. This could be it. Oh,
The cracks are too narrow to pry it out with. The bolt would crack. The slab's too heavy. This one looks easy to pry out, but not with. Мать, видать, сидела здесь раньше. Да, похоже на то. И это сходится, собственно, с биографией. Так. With that hole, I could lift the slab out. Интересно, каким макаром Джек все-таки станет строить храм? Потому что сейчас история и мотылек выбирается, да? Ну, такой немножко примитивный художественный прием, но сойдет. Мы поняли. Jack, tell me, was it about Aliena? I know about you two. I have known for a long time. And how did you know how to get out of that cell? Hmm. How did you know? Your father. He was locked up in there as well. Was he a monk? No. They said he was a thief, but he was not. Is it true then? What they say, that he was hanged in Shire? Yes, but he was innocent. How? How did it happen? Someone here in Kingsbridge gave him a jeweled cup and told him he could go. A mile down the road, he was arrested and accused of theft. It was like a game to them. They said he had stolen that cup from the Priory. Who said that? Three men. He managed to escape the way you did. But they caught up with him. They hanged him in Shiring. Who were those men? It does not matter. It is all in the past now. Так, епископ. Не знаю. Хемли молодой для этого. Так, кем был отец Джека? По словам матери Джека, слухи о его отце правда. Он действительно был повешен в Ширинге за воровство, но Эллен утверждает, что он не был вором. Она убеждена, что в смерти были виноваты три человека. Эти люди сами передали ему украшенную чашу из Кингсбриджского монастыря, а позднее арестовали его за воровство. Ага, арестовали его, значит, облеченные властью. Тогда это могли делать не было тогда понятия полиция, да, пошел работать полицейским. Нет, арестовать тебя могли только знатные люди. Ну, потому что они облечены властью, и на своей земле они, собственно, и законодательную, и исполнительную власть держали у себя в руках. Так, Эллен не хочет говорить о людях, виновных в смерти Джека Шербура. Кем они были? И хотя она была влюблена в этого барда из Франции, обстоятельства того, как и откуда он попал в Англию, покрыты тайной даже для нее. You want to leave. What if I have family there? There must be someone who remembers Jack Cherbourg, right? I knew this day would come. I'm not a monk. I know. And I can't work here with Alfred. I know. You really love her, don't you, Aliena? Yes. You truly are his son, Jack. А колесо-то сломали. This place is too small for you. After your father died, I went into the forest to get away from it all. But if you live like an animal, then they treat you like one. Do not let them ever find your way in the world. And when it leads you back to me, I want to hear lots of new tales. Of course.
Those that killed your father, the people they killed, will return to haunt them. I promised them. Waileran disrespects you. After all I've done for him. Why rely on him for salvation? There are many priests, many bishops. Maybe. But you are not making decisions for me either, Walter. No one is. Тем временем в замке. He will let me know. And what if he does not? Понимаете, да, что Хэмли на голубом глазу ждет сигналов от Господа. После всего, что он сделал. Альфред Строитель и Джек Разрушитель. Ну, 100% Джек рано или поздно вернется в монастырь. Прощаться зашел. Так, кем я играю? Окей. А сейчас я выхожу, а это на самом деле Хэмли. Так, надо нож, ну, нож с собой. It's getting cold. Мать Шеги жива, а мать Шеги это то, та, которую хотел отравить епископ. Ух ты. Вот это поворот. Я забыл про нее. Вообще забыл. Это было прям уже, не знаю, сколько серий назад. Слушайте, вот это вот. Вот это то, что епископ не должен был допустить. Ну все, ребят. Вот этот вот несокрушимый союз епископа и Хэмли, если он рухнет, то Хэмли уже никто не спасет. Так, стук в дверь. Давайте. Yes? I'm sorry for disturbing you on an... Мамин Сибирин, спасибо. But... Have you by any chance seen Jack since yesterday? Has something happened? He's gone. We've been looking for him all morning. No, I haven't seen him. Does anyone know why he left? Нет, если yes, Хэмли убьет епископа, I had him locked away. Хэмли тоже, Хэмли вздернут. Just punished anger with wrath. Нет, ну главное, вот этот вот сейчас союз епископа и, по сути, местного феодала, это, конечно, как видите, это позволяет творить все, что угодно. My monks are already trawling the woods. I myself will go to Shiren, while Martha is taking a horse to a cave he used to know. Please, don't let this spoil the first day of your marriage, when there should be only reason to rejoice. Thank you. They still haven't found him. За кого вышла Алиена? Конечно, за Альфреда. Альфред дождался. I haven't been counting. Well, I think he's gone for good. Never made it easy for anyone, that bastard. Then he runs off, worrying his family sick. Are you hungry? I think I'll prepare some food. Great. I'm starving. Сделать первую похлебку для мужа.
а зачем Филиппу Джек? Ну, ушел и бог с ним. Ну, во-первых, он не ушел, а сбежал. Вот, а во-вторых, ну как же. Монах теперь инициированный. Так, как тут готовят еду мужу? Подскажите. Так. Допустим, пряности. А... Через два дня я приготовил что-то. I haven't been counting. Right. Feels like a lifetime already, doesn't it? Yet, we still haven't... You know... На что он намекает? Прости, мне нужно время. Oh, I'm sorry. I want this to work, but I need time. He won't come back, you know. You're my wife now. Sometimes you look at me like you think your husband isn't a good man. But I am a good man. You'll see. Я ж есть захотел, глядя на Альфреда, который ждет свою похлебку. Но у меня для него только специи, я не знаю. На, пожри чесночку. Серьезно? Твой первый доллар? Как у Скруджа Макдака? Вы видели? Да вон куча шерсти лежит. Так. Тоже мне готовка. Яиц сварили. Today I was thinking about what you and Philip did for our workers when they were afraid that they wouldn't be paid. Offering them coin to make them stay and feel safe. What if I did something similar? How about I could offer them pay in case something happens? Можно прыгать в шерсть, как Скрудж. What do you think? That would be very kind. I want to suggest it to the prior tomorrow. He said he'd come over around noon tomorrow. Maybe he could eat with us. And you, you could help me explain the idea. If you want. I think it would be good for you to do something other than cooking and weaving. You haven't left the house in 2 weeks. Да нет, Альфред на самом деле... Он неплохой человек-то, абсолютно. Он просто... Когда за Джека мы играли, отношение Джека и мнение Джека об Альфреде, оно было всегда определенным. Ну, не сошли, что называется. А так, если мы посмотрим на Джека другими глазами и в другой ситуации, то, в принципе... Не, ну а чем он плох? Ну, старательный, в общем-то, не злобный, не... Без какого-то, не знаю, без заднего ума там вот этого человека. Не жестокий. Простофилия. Ну, в смысле простофилия. Он мастер, строитель. Простофилия. You're right. I'd be glad to help. Oh, great. Альфред, бесполезный мудин, встретил ребенка в лесу и начал ему угрожать, кстати. Да, я это помню, я и говорю. Вот с Джеком у них
не сложилось сразу. Работяга. Так, готовить снова. А может, надо как-то пойти погулять? Where are you going? Oh, nowhere. I just needed some more herbs for the soup. I think everything you need here. Да как? Что? Ну. Муж заставляет готовить, да. Would you like venison with it? No, thank you. I'm just here to talk. Ascetic as always, I see. It just turns more and more into a habit, really. So, you are suggesting that we promise the workers money if the construction is not completed? Yes, as an insurance. Since the fleece fair, they've been quite worried. It would ease their minds a bit. Yes, especially since they know they don't have to finish the cathedral in order to get rich. It sounds to me like we would be tempting them to fail deliberately. I hadn't thought about that. Так, хорошая жена должна поддерживать мужа, даже если это Альфред. I think it's not a bad idea. We wouldn't promise them too much, just enough to help them get by till they find new work. It would ease their minds a bit. Yes, you said that. Your idea shows great compassion, Alfred. Thank you, Father. It's very rare these days to find spirits who still believe in the good of people. Unfortunately. Нет, ну правда, ну он по доброте душевной предложил им кровь и кровь, средства, пока не найдут работу. Забавно, что монах оказался более практичным. What? It was my father's dream to build that thing. We must finish it. Could you build faster? Finish it before you run out of money? Is that an option? It is. I've seen it done before. I can do it. All right. I promise you, I will think about your proposal. Oh, milady, your soup. Указал место. Хочет быть лучше Джека, беспокоится. Он делает, что должен. He does what he has to. I would never have thought, really. Alfred has changed. He used to be such a bully. He seems really concerned. Альфред изменился. About Kingsbridge, about you, about your family. I can't wait for you to give me a little nephew or niece. Мы не спали друг с другом. Давайте сменим тему. От греха подальше. Начинаются разговоры. Actually, I did. It's
from a woad merchant in Winchester. Took me some time to find him. Часики тикают. Да-да-да-да-да. Разговоры родственников. How's it going? I find it hard to sit down and be patient these days. What does Sir Richard think of the idea? I haven't told him yet. When he comes here, he's mostly interested in coin. But that's the deal. He fights and I pay. It's an endless circle. The coat of arms shall remind us of who we are and where we come from, so we don't end up losing purpose. Have you decided on an animal yet? You really should have an animal on it. Римским наследием отдает дом. Ну, что-то есть. Что-то есть. Возможно, встроили. Остатки римской роскоши. Альена, как жена Одиссея, плетет ковер, пока тот не вернется. А, пока не вернется Джек. Ага. А вернется Хэмли. Уильям. Так, изображен медведь, орел, лиса, лев. Медведь, орел, лис. Ну, лиса непонятно. Орел. Медведь. Лев. Погодите. Ну, львов они могли, наверное, упоминание о львах, возможно, в Библии и в трудах греко-римских философов. Мы где? В Англии? Медведь. Давайте медведь. Лев на гербе Англии же. Да там нет еще, по-моему, льва. Ну, она видела, или я не знаю, или она не была в тот момент. А, нет, она была, когда Джек пошел смотреть на медвежьи бои. Давайте медведь изобразим. It will sport a bear. Oh, bears are scary. I like that. Ali, I'm so sorry that I mentioned wanting a niece. I just thought in the last month that you were, well, growing a bit. Oh, I'm just getting fat. You're not getting fat. You forget that there's not a lot for me to do other than sit around and eat. Then we should take a hike soon. Stretch your legs and get some sunshine. Она беременна от Джека, что ли? I would like that a lot. But not today. I need to finish the coat of arms first. Get it done while I still can. А, ну то есть прям вот совсем будет, да, история? Сейчас Альфред будет воспитывать ребенка Джека. Ох. А если я промахнусь, то что? Получится кривой медведь? О, нет. Вот это мысли. I don't know what to do anymore. Marrying Alfred was a mistake. I knew it all along, but I saw no other choice. Not if I wanted to stop William Hamley. And Alfred was the only one promising to help me reclaim my father's inheritance. And ever since we've been married, he's been working deep into the night to finish the cathedral. And when he's home, he expects nothing in return. Although I can see so much longing in his eyes. He is trying his best to make our arrangement work. And I try to be a good wife.
Какое-то хождение по мукам. Вот всех героев. Причем по кругу и не видно конца и края. I am pregnant with your grandchild. You brought this on yourself. You had the love of your life, but you threw it away. Ну давай ты еще будешь нагнетать. I didn't ask you here to judge me. Well, pity then that I can't help myself. First and foremost, I blame that priest who turned my son into a monk. But you're a very close second. Я верну Джека. Это не так просто. Ну, это... Сказать такое немножко уже очень наивно. I made my choice, and I will make it work. At least you have the backbone to stand up for what you did. We cannot change the past, after all. None of us can. Jack has left England. There's no possible way to find out where he went. I want you to know one thing. Jack loved you. For me, that makes you still family. If you can't have his baby, give it to me. I will raise it far away from this crooked world that had no room for my son. I don't want to give our child away. Еще один ребенок в лесу. You cannot stay here. You cannot go on like this. But I have to. Don't you understand? Да, Альфред примет. It's finished. I want you to wear it when you go to battle. To remind us of what we are fighting for. Huh. Why a bear? У него... Брат, это вообще не разговор сейчас. Просто молча берешь, целуешь сестру в щеку, благодаришь ее и носишь всегда. Там даже если член с яйцами был бы изображен. Ты чего от меня хочешь сейчас? Он могучий и мудрый, как Ярослав. Слышал о таком князе русов. Because it's a strong and clever animal. It urges us to be its equal. If we don't use our power and wits, we have no chance of survival in this wilderness. You hear that, Alfred? I'm a bear. Roar. Grow up, Richard. This is important. Sorry. How's the war going, by the way? How is your standing with the king? It's getting better and better. The good thing is, William Hamley is turning out to be quite the lousy player. In our last battle, he ran away when things started to get a bit tight. He was afraid to die. Он не знает. Matters with his mother. His mother? No one's seen her in years, not since her husband died. But rumor has it she's still alive and joyfully pulling his strings. Mention her to William, and he goes as pale as a sheep. Ali, we are so close, but we need to be careful. We mustn't let our guard down. Is there anything you need from me, Richard? Well, a new saddle would be nice. I'll see to it. And a horse to put it on, of course. The last one caught quite a few arrows. Right. I'll be out for a while. I've got some business at the market with Martha. All right. Угу. Окей. Слушайте, надо было выбрать... А почему там не было какого-нибудь барсука? Для брата подошло бы больше.
Ладно, пойдем. I can't believe you two have almost done it. You've almost won your father's earldom back. Oh, don't say that until it's actually happened. I'll see you later in the evening. Нет, это не Ричард Львиное Сердце. There you are. I always wondered what it would have been like to grow up in a forest. Oh, it's cold. Very, very cold. When I was young, I spent a night in Ellen's cave. If it hadn't been for her soup, I would have died. Какое роскошное полотно. Наслаждайтесь моментом. What kind of soup? Just some broth. Jack had killed a deer earlier that day, but had let it spoil. So it was just turnips and nuts. Да-да, облака двигаются, да. Hunting deer is... I know, it's punishable by death. Jack never was one for rules and laws. Right. Да, наслаждайтесь моментом, пока Уильям Хэмли далеко. He was always busy with something. Just not with what Tom asked him to do. Jack? Yes. Yes, he was. You will be an aunt soon. What? But don't tell Alfred. I haven't told him yet. You still think marrying him was a mistake? I do. I do too. But you did it for very good reasons. So, maybe it wasn't a mistake after all. Maybe it will work. Not in a loving way, but more like a partnership. You two seeing eye to eye to each other. Maybe. But the baby is not... What was that? Ну, конечно! Ну, конечно! They built it too fast. Like the Babylonians, they sought to be grander than God, and for this we all have to suffer. It was the stone roof. He started building a stone roof. If Papa had still been alive, he would have stopped him. You're with child. How can you be with child if we never... My cub is gone and will never return. Беру свои слова назад по поводу Альфреда. Without a cathedral, my mother will spend an eternity in hell. And by God, I pray so will you for doing this to me. I can't stay. Not without work. And not like this. There's no need to cry. Хотя нет, получается, Альфред-то заложник в этой ситуации. То есть он... То есть он ускорил строительство тоже не просто так. We've been crying for far too long now. Where do we go from here? С собором он накосячил, но... Потому что надо было ускорить строительство. С точки зрения Альфреда вообще кошмар. Вообще кошмар. То есть он потерял... потерял работу, потерял уважение, дом. Хотя, ну, по большому счету, он реально хотел помочь, получается. Он даже к ней не притронулся, как вы понимаете, все это время. Вот вам и широкую на широкую, да. То есть он с уважением относился к ней, понимаете? И он прямо вот, вот просто хотел, чтобы она его ценила. И ради этого натворил кучу глупостей.
Не знаю. Батя выделял именно Альфреда. Он постоянно гнобил Джека, а выделял Альфреда. И титул строителя ему выдал батя еще. Кстати, кто там в чатике писал по поводу Тома? Выжил ли у меня Том? Вы хотите сказать, что Том может выжить? Я просто в это не верю. Тут достаточно все следует тексту, как я понимаю. И вольности могут происходить, ну, там, не знаю, в пределах одной локации. Но мне кажется, такие фортели здесь выкидывать нельзя. Выжил Том. Но небось он все равно... Нет, и что? И когда он погибает, какой момент? We will build a cathedral right here, towering high above Shiring. But it will not be a cheap undertaking. Money is no object. Офигеть, круто. Ребята, здесь... I shall build it for our lord and my mother. Значит, здесь есть опции. Круто. So that the lord will heal her. I am sure he will. Ah, yes, there he is. Who? We will need a master builder. My bishop, I think I have the right man. My bishop, my name is Alfred Builder. Собирается компашка. Собирается компашка, ребята. Просто все в одном месте. А, она во Францию отплывает. Круто. Круто. Вы повели себя жестоко во время разрыва с Джеком. Вы считаете, что бог несправедлив и брали в качестве героического животного медведя. Вы поддержали идею Альфреда застраховать рабочих. Ну, кстати, а что, плохо, что ли? Выйдя замуж за Альфреда, вы совсем отчаялись. Вы навсегда покинули Кингсбридж. Вы прошли вторую книгу. Next time on the Pillars of the Earth. В следующих сериях. Witness the climactic final part of the series. It's time we take back what was taken from us. It's time to face our enemies. Да, будет еще один стрим, конечно. Stand for what we believe in. The Pillars of the Earth, Book 3, The Eye of the Storm. Да, закручено. Хорошо, хорошо. Казалось бы, производственная драма о большой стройке. Но как вообще, а? Драматургия-то лихо закручена. Замечательная игра в кавычках. Нет, ну здесь есть же выборы. Вон, видите, Том мог остаться живым. Но, видимо, каким-то беспомощным, что ли, потому что в любом случае он отдал бы бразды строительства Альфреду, и Альфред бы запоролся. Средневековый дом 2? Ну нет, ну зачем вот принижать-то? Игра престолов. Тогда Игра престолов, тоже дом 2. Квест — один из старейших жанров игр. Блин, не игра, офигеть, вообще дожили. Ну нет, квест действительно один из старейших. И я помню, прям дико угорал по квестам в свое время. Потому что они были на стыке как раз. Ну, получается, на стыке кинематографа, литературы и вот с добавлением интерактивности. То, что делало их играми, конечно.
Но потом, как видеоигровой жанр, конечно, квест устарел. Ну, point and click adventure, если говорить правильно. Потому что там был парадокс карандаша. По-моему, его обозначил Рон Гилберт. Или еще что-то. Ну, давайте, по-моему, парадокс карандаша. Это проблема всех point and click adventure, что у тебя есть один предмет во всем мире, например, карандаш, и ты не можешь, например, если тебе нужно что-то написать, ты не можешь это сделать угольком, я не знаю, другим карандашом, еще чем-то, краской. Нет, тебе нужен именно конкретный карандаш, карандаш, который находится где-то в конкретном месте, потому что у тебя вокруг, ну, большой мир, вроде как. И ты можешь, в конце концов, карандаш спросить у кого-то, но ты не можешь этого сделать. Тебе нужно найти именно конкретный предмет, которым ты сможешь продвинуться по сюжету дальше. То есть это, конечно, как концепция, очень условная. И в какой-то момент игроки стали требовать от игр больше интерактивности, больше свободы выбора, больше свободы передвижения, чем в квестах, где, которые рисуют тебе иногда огромный мир, но при этом ты можешь пользоваться только небольшим количеством конкретных предметов, при том, что у тебя вроде как большой мир. Ну, он нарисован, по крайней мере. И вот это ломало и погружение в том числе. Вот, поэтому квесты как жанр, конечно, ну, они заняли вот эту нишу интерактивных сериалов, где как раз-таки открутили очень многие квестовые раньше задачки, головоломки, которые только усложняли процесс, при том, что все равно не добавляли, по сути, интерактивности. Поэтому сейчас квесты выглядят все больше как просто интерактивные сериалы. Я в этом не вижу ничего плохого. Некоторые потрясающие произведения, все мы помним Wolf Among Us и Tales of Borderlands. Очень крутые. Волка я перепроходил раза три. Borderlands раза два. Еще одну главу и баньки. Да нет, я думаю, сейчас баньки. Давайте посмотрим, собственно, заставку. И на этом прощаемся на сегодня. Вот, и потом продолжим. Так что на сегодня все. Я под впечатлением. Поскольку я не читал Кена Фоллета, и у меня были опасения, что это действительно будет средневековая производственная драма. Я даже очень удивился, что они, в принципе, взяли за основу именно это произведение. Но я ошибался. Основа литературная потрясающая, нарисовано круто, играется, ну или смотрится на одном дыхании. Так что обязательно продолжим и узнаем, чем все закончилось. Увидимся. The White Ship. She was one of the fastest vessels that was ever built. The man who should be king of the English now, the son of King Henry, was on board when she sailed off. And with the prince there were 140 knights and many nobles, all on their way from Normandy to England. They say the ship hit the rocks, and then a fire broke out. Even before the White Ship had departed, the prince and his men had begun to drink and get violent. Monks that were meant to bless the voyage were then forced to disembark. Some say the ship had been cursed. The king's son and many of his family were pulled down into the Black Sea that night. You're forgetting one important detail. Not only these monks. Так, стоп. А где заставка? Где заставка, как это сериальная? То есть там нужно пройти чуть-чуть, чтобы начались титры. Ладно, тогда с этого начнем в следующий раз. Я почему-то помнил, что ты начинаешь новую главу, и она начинается с вот этой сериальной заставки. А по-моему, надо все-таки немножко еще поиграть. Тогда сори.
красивого ухода не получилось. Оставим это на следующий стрим, чтобы ничего не пропустить и быть в курсе. Так что на этом точно все. Ребята, до новых встреч.